Всем привет! Хочу сделать очередной свой прогноз на сегодняшнюю игру. Рубин ЦСКА. Это четвертый тур Премьер-лиги России. Состоится в 19 часов по Москве. Две команды. Казань, ЦСКА. Кто победит? Сейчас узнаем. Сейчас вопрос посмотрим. Букмекеры что говорят? Смотрите, на Рубин 3-6, на ЦСКА 2. Это значит, что предпочтение отдают ЦСКА. А чему отдают? Потому что ЦСКА давно не выигрывал, хорошо не выигрывал. А Рубин что? Рубин думали все проиграет, а Рубин не проигрывает. Уже пора прервать его выигрышную серию. Так вот, на что мы можем поставить? Это сейчас посмотрим. Я думаю, что ЦСКА забьет, поэтому надо ставить на гол ЦСКА. Где этот гол? Где? Вот так, Кто? Ощ. Так, пока не найдем, еще вот можно поставить хорошую ставку на тотал. Смотрите, ЦСКА если забьет, уже сыграет. Вот тотал 1, смотрите, вот. А если забьет еще Рубин 2, тотал 2, о, больше, 1.75. Если даже 2 гола забьет, уже выиграем сколько? Вот так, вот мой прогноз такой, значит, надо ставить на тотал 2, больше. Заработаем больше. Вот так. И индивидуальный тотал вот один, смотрите, вот коэффициент 1.62, вот хороший коэффициент, ставьте, не пожалеете, потом поставьте мне лайки и подпишитесь на мой канал. Пока всем!